Маленькие пераможцы для 4-годовых магилючан, что занимаются эншин карате, провели первый в их жизни спаборництвы. Шлях до финала был довольно складанный. У соперниках за кубок новичка представники Гомельской области. А это один из мощнейших регионов у названном виде спорта. Великая зала олимпийца, несколько татами, судьи, болельщики. Для маленьких спортсменов паде выглядит и саправды масштабно. До того ж, удельников турниру все лето стало амаль удвоя больше. Эншин карате набирает популярность. У нас раньше в клубе занималось 50 человек, сейчас 70. 50% из них дети, 4-летние дети. Новое направление киндер-карате. У эншин дозволен полный контакт. Каб сберегчы маленьких удельников от травм, предугледжена ахоўная экипировка. И это не только шлем. Что у тебя на ногах такое? Это ж не обувь, да? А что это такое? Накладки. А зачем они нужны? Чтобы не было больно, когда слишком сильно ударят. Без боли не бывает перемог. Добро ведают гэтые хлопцы. Не страшно вам заниматься таким видом спорта? Вы сильные? Да! 8 первых мест и кубок новичка завоевали могилевчане. Добрый выник для первых уже житті спаборництвов. Тем часом больше старейшие выступали на першинстве в области. И так само удало. 10 медалей, 4 из яких золотые. Дарыши дипломами были отзначены усе 200 удельников. Праз год спаборництвы знов пройдут у Могилеве. Организаторы спадзеются, что их удельников будет еще больше. Андрей Шуляк, Александр Артемьев, новины региона.